Еще раз засниму хорошенький денечек. Вот ребята играют в волейбол. Чересеку я с некоторыми из них играл. Некоторые из них очень хорошо играют. А молодежь неважно играет, плохо. Вот. Там, видимо, шашлыки жарят вдалеке. Вот. Ну, сегодня я один здесь. 300 вертолетиков сделал. Вот. Завтра дождь будет. Сегодня не жарко, но тепло. И вода нормальная. Так что я запаниковал, думал, что в августе уже не купаться. Но пока еще можно. Вот я сегодня в библиотеку даже не пошел. Решил уже до вечера побыть. По полной программе позагорать.